Накануне вечером упавшее в 93-м квартале дерево повредило два автомобиля. Инцидент произошел во время грозы. Ствол вырвало с корнем, и он рухнул на припаркованные автомобили. Местные жители рассказали, что уже обращались в свою управляющую компанию «Агата Плюс» с просьбой убрать дерево. Его ветви неоднократно падали на машины. Парковочная, там, на две машины, остальное, там, места нету, нигде стоит. Так все там ставят. Половина были спилены, там, кора снизу была, ну, как бы, убирали, чтобы они, ну, засыхали или что-то. Они потом выросли опять. Которая потерпевшая, она на ней уже не первый раз, ветки на нее падали, на эту машину уже. К утру дерево распилили и вывезли. Участковый составил протокол. Правда, кто будет возмещать ущерб, непонятно.